Давайте заглянем на выставку орхидей в павильон Беатрис в парке Кёкенхоф, Нидерланды, город Лиссе. Вход в павильон свободный. Очень красивое и интересное оформление экспозиции. Друзья, попало будто в сказку. Какой аромат прекрасных цветов. Просто кружится голова. Это сказка, которую не забыть. На суд зрителя ежегодно в павильоне Беатрис готовятся новые выставки, обыгрываются новые декорации и, конечно же, разные новые темы. Это царство орхидей приводит каждого посетителя в восторг и восхищение. Буйство красок, огромное количество разных сортов орхидей. Просто восхищает. Павильон орхидей назван в честь королевы, которая правила страной 33 года и носила имя Беатрис. Буйство красок весны просто восхищает.